Ветераны Великой Отечественной и локальных войн, вооруженных сил, школьники и студенты, представители политических партий и общественных организаций пришли почтить память о страницах ратного прошлого нашего города воинской славы. В этот день сюда шли по зову сердца. В каждой семье нашего города бережно хранятся воспоминания о тех, кто добывал победу ценой собственной жизни. В своем выступлении глава курорта обратился к ветеранам, благодаря заслугам которых сегодня мы уверенно строим будущее. Я уверен в том, что ваша жизнь, ваши дела являются примером для подрастающего поколения, то, как надо честно, с достоинством служить своей Родине. Я поздравляю всех анапчан с этим знаменательным событием. Желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. Ожесточенные бои за освобождение Анапы до сих пор стоят перед глазами этих мужественных людей. Они помнят своих товарищей, убитых в бою. Минуты молчания почтили память тех, кто ценой жизни добывал мир. К вечному огню возложили гирлянду славы, венки и алые гвоздики – символ пролитой за свободу крови.